Всем привет! Сегодня я вам покажу процесс кручения трубочек бумажной лозы. Для этого нам понадобится бумага. Эта бумага называется потребительская. Плотность у нее 45-48 грамм. То есть она намного тоньше, чем простая бумага. Клей ПВА. Обычный клей ПВА. Спица. Я вот буду крутить на спицу, здесь длина у меня 30 сантиметров, диаметр 1,2 миллиметра. Коврик обязательно нужен, какой-то с поверхностью антискользящей, чтобы у вас не прокручивалась, не съезжала бумага во время кручения. И емкость, куда вы будете складывать готовые трубочки. Здесь я буду крутить, использовать полосу длиной 30 сантиметров, ширина 7 сантиметров. Это будут у нас вот такие вот тонкие трубочки. Диаметр у них где-то 3,5 миллиметра. Укладываем спицу под небольшим углом. Здесь примерно у нас 5-7 сантиметров, а здесь до 5 миллиметров. Вот такой примерно должен быть угол для того, чтобы трубочка получилась ровная, красивая. И по стандарту захватываем уголок, туда его подхватываем и делаем вот такое движение. На уголок наносим клей, докручиваем. Трубочка готова. У трубочки здесь имеется на одном конце широкий кончик и на другом конце вот такой вот остренький. Давайте повторим. И здесь еще хочу вам про руки сказать, про движение, вернее, руками. Я когда кручу, у меня получается правая рука, я делаю движение в эту сторону, на себя, при этом немножечко даю такую пружиню спицей, а вот этой рукой я делаю движение вперед. То есть движение получается вот такое противоположное, что создает резонанс, и получается бумага плотно натягивается на спицу. Трубочка получается плотная. И внутри у нее полость составляет диаметр 1,2 мм, то есть толщину спицы. Для кручения трубочек используют полосы бумаги разного формата. Это может быть, например, бумага длиной там 40, есть даже 50 сантиметров, но тогда и ширина уже тоже у нее больше, это 10-12 сантиметров ширина полосы, то есть чем длиннее полоса, тем она будет шире. Спицы также используют для кручения разного диаметра. Самые популярные спицы — это диаметр 1,5 сантиметра, как раз таки для вот таких вот более толстых трубочек из полос на 10,5 сантиметров, там и больше. Для тонких трубочек лучше уже использовать спицу на 1,2 миллиметра, либо на 1 миллиметр. Есть еще мастера, умельцы, которые умудряются крутить на спицу толщиной 0,8 миллиметров. То есть там получается совсем тоненькие трубочки с минимальной дырочкой, с минимальной вот этой вот полостью внутри трубки. Ну, это уже нужно иметь опыт, потому что чем тоньше спица, тем сложнее накрутить трубочку. Скорость кручения трубочек у всех мастеров разная, у новичков и менее опытных мастеров
одна скорость, это там может, например, быть 80-100 трубочек в час. Вот. Но совершенствуясь в этом деле, когда уже скручено и накручено много тысяч трубочек, скорость, конечно, увеличивается, и нормальной такой хорошей скоростью считается 250-300 трубочек в час. Вот такой незамысловатый процесс. Кажется, что все это просто. На самом деле, когда появляется навык, это действительно просто. Но все-таки этот навык нужно приобрести. Поэтому все зависит, все в ваших руках.